Я не знаю зачем, но ты вышла в этот дом. Ну давай проведем этот вечер вдвоем. Если получится день, нам останется он. Я купил его в домашней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Здесь дворы как колодцы, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умей свою прыть, но мучись то лежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под вожжи. И когда Пашенька зашел в этот дом, Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его, перепутав с Христом, и узнав о Пашеньке днем позже. И здесь развито искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит имена, если ты не виновен, то чья в том вина, важно первым успеть с покаянием. Но ежели к нам не еще уже, и душа как-то летит верхом в неглиже, то Вергилий же на втором этаже, он поделится с ним подаянием. И здесь полголоса любит, здесь тихо кричат, в каждом яре есть суть, в каждой чаше есть яд, от напитка такого поэта не спят, издыхая от недосыпания. И во правый глаз только лед и туман, но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьян, это здешний каприз мироздания. Ты перепутал мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь.